Всем привет! Находимся в лагере Сейфоп сейчас на Майдане. Дело в том, что все абсолютно ФОПы ушли сейчас на Верховную Раду Украины туда. Там будут немножечко майданить, а здесь просто охрана осталась и вот эта вот кухня. Вот, а весь народ там. Сегодня они бунтуют под Радой. Правильно, там, где их слышат, там, где можно чего-то добиться, потому что пришло время, когда тебя должны услышать, когда твой голос должны слышать. Соответственно, надо находиться там, где принимаются решения. В данной ситуации решения принимаются в Раде. И ФОПы всем коллективом дружным отправились туда. Пока что так.